Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». В Кунгурском районе полыхала дача. Пожар произошел накануне, 15 февраля, в деревне Балалы. Это неподалеку от поселка Ергач. Сообщение о возгорании поступило за час до полудня. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали пожар, в результате которого сгорела кровля строения. Отметим, что в этом году пожаров в городе и районе несравнимо больше, чем в прошлом периоде. Перед этим ночью 15 февраля в Верхтурке также сгорел жилой дом. Только после вмешательства надзорных органов администрация невольницкого поселения оплатила задолженность строителям в размере более 5 миллионов рублей. Кунгурская городская прокуратура в ходе проверки выявила факты нарушения сроков оплаты выполненных и принятых работ по муниципальному контракту, а именно строительство объекта «Быстровозводимое модульное здание сельского дома культуры», заключенного с компанией «Петроком ПМ». В соответствии с условиями договора и документациями о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, срок окончательного расчета с организацией подрядчиком был не позднее декабря 2016 года. Однако орган местного самоуправления не оплачивал исполненные обязательства, мотивируя отсутствием в бюджете сельского поселения средств на указанные цели. На момент прокурорской проверки кредиторская задолженность администрации Невольницкого сельского поселения составила почти 5,5 миллионов рублей. После принятия мер прокурорского реагирования администрация задолженность перед подрядчиком была погашена в полном объеме. Должностное лицо администрации поселения привлечено к дисциплинарной ответственности. В следующую среду, 21 февраля, с 14 до 16 часов в муниципальном общедоступном информационном центре по улице Воровского, 2, состоится межведомственный прием с участием специалистов здравоохранения, образования, пенсионного фонда, центра занятости населения, а также территориального управления Минсоцразвития, управления городского хозяйства, комитета по градостроительству и ресурсам и органов городской власти. Свои вопросы и обращения граждане могут задать только после приема. Предварительной записи по номеру телефона 249-97. Дворец культуры «Мечта» приглашает на свои мероприятия. Уже завтра, 17 февраля, кунгуряков ждет цирковое представление «Цирк зверей и лилипутов. Город Санкт-Петербург». Начало в 15 часов. Билеты еще есть в продаже. Во вторник, 20 февраля, традиционная танцевально-развлекательная программа в клубе ветеранов «В кругу друзей». Начало в 11 часов. На следующий день, в среду, 21 февраля, в «Мечте» гастроли звезд московских театров. Зрители увидят лирическую комедию «Люби меня, как я тебя» в ролях Борис Невзоров, Людмила Нильская, Анастасия Малкова. Начало в 19 часов. А 22 февраля пройдет закрытие муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2018». Начало в 14 часов. Телефон для справок 236-95.